золота немає, ла-ла-ла, золота немає, ла-ла-ла, золота немає. Я хочу быть твоего брата. А перед началом данного ролика хотел бы посоветовать вам канал Ангела Акацуки. Парень поистину снимает крутые и смешные видеоролики. Также зачастую здесь есть всякие сливы. Поэтому я тебе рекомендую, подписывайся, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Митин. И сегодня, как вы поняли по названию данного ролика, будет такой формат, скажем, пранка. Поскольку рядом уже близится Новый год, хочется делать какие-то подарки, соответственно, мы сегодня сыграем с вами Деда Мороза, попробуем посмотреть, что люди готовы сделать ради какого-либо подарка. То есть вы понимаете, чтобы получить подарок от Деда Мороза, нужно было сделать что-то. Спеть, стишок, музыка, танец и так далее. И сегодня мы посмотрим, что будут делать самперы в игре GTA Samp. Поэтому, ребят, я вырезал слова, где я говорю условия, чтобы вам не было так скучно смотреть. А сразу же оставил исполнение наших участников. И да, ребятки, обязательно в конце ролика напишите в комментариях, кто вам больше всего понравился, рассмешил. Поэтому, ребятушки, приятного вам просмотра. Всех с наступающим Новым годом. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Көтердім ақша, басқа шаруа болды қолды, санайды мені мен біледі, енді менің кім екенде. Көтердік ақша, көлік ортаға берді менде, менде талан, аға қанды ойна ойлайын. Бля, лучше, лучше просто. Давай, за ФК, блядь, даю тебе бабло. Заходишь, че угодно. Ебан, соответственно. Инвайт, да. Не, хороший чел, абсолютно. Да похуй, забей. Бля, я твой подписчик, он пишет. Бля, братан, мы тебя просили остановиться, нахуй ты... Что за непослушание, блядь, такие люди мне в бане. Неуважение. Ой, бля, неуважение. Бля, братан, он меня походу выебет. Бля, у меня хп нет уже. Братан, перезарядка. Просто иди нахуй. Нахуй я тебе пошел помогать, блядь. Тупо уебище, блядь. Вам просто спасибо большое. Блядь, я еду нахуй. Ты убил его? Да, конечно. Спасибо, блядь, просто нахуй. Пидорас. Алло. Алло, здорово. Здорово. Здорово, братиш. Чё, как дела? Деньги хочешь, да, поднять, говоришь? Ну, да, если можно. Ну, ты знаешь, что сейчас у нас Новый год на дворе, и, конечно же, подарки и все вот это дерьмо нужно же подарить кому-то и так далее. То есть добрые дела делать на серии, так скажем. Но я думаю, ты знаешь весь, все обычаи, то, что за каждый подарок нужно что-то сделать. Знаешь, ну да. Что ты готов там сделать? Смотри, чем лучше ты сделаешь, чем смешнее, прикольнее, тем больше ты можешь получить денег. Также, если захочешь, я тебя инвайтну в банду в кап-состав. Вот, это такое тоже. Так что, не знаю, ты можешь стишок рассказать какой-то, ты можешь, если вебка, ты вообще там от миллиона можешь выиграть с вебкой. Есть просто стишок там, ну ты понял, короче, что-то такое прикольное, там, не знаю, песенку какую-то спеть и так далее. Все в твоих руках, да. Брат. О, стесняюсь немного, но да, ладно. Это. Да ладно, не спеши, да. Соберись, просто подумай. Что-что? Айса, могу спеть. Давай, о. Давай. Не, я не знаю. Ну, ты... Да ладно, чего ты стесняешься? Да, просто... Посмотри текст, прочитай, соберись и фига. Золото на майше, ла-ла-ла, золото на майше. Ла-ла-ла, золото на майше. Ууу, я хочу убить твоего брата. Ее, золото на майше. Ауу, я хочу убить твоего папу. Ее, я могу убить твоего брата. Ага, если тронет моего брата. Ты зашел ко мне домой, браза. На тебе уже висит лаза. Ууу, это все, что я могу. Хорош, нормально. А будет. Бля, кстати, сможешь? У тебя голос даже, кстати, у тебя хороший на самом деле. И да, типа что-то музыкальный. Звонкий. Да, да, да. Это самое. А бургер сможешь? Бургер, ну такой, относительно, мама дома. Ну ладно, не будем маму пугать этим. Ну вот, где-то уже дня два тут играю. А Митина знаешь? Митина, конечно, знаю. Красавчик. Вообще ничего похожего нету. Стоп, не я не... Стоп.
Это Митин. Всем привет, дорогие друзья. Незнакомый голос. Господи! Бывает такое, бывает. Пожалуйста, скажите то, что я не сплю, умоляю. Ну что, не можешь какой-нибудь текст песни загуглить и спеть там? Песню какую-нибудь. Спеть, бля, нихуя себе. Да нахуй мне твои... Короче, нахуй мне твои деньги, не надо. Я в казино заработаю. Ну пошел нахуй отсюда, я сказал. С веб-камеры вообще возрастает в разы. Так что... Че, снимаешь или че, блядь? Нет. Не пизди. Да если снимаю, то че? Ничего. Чего говоришь? Пока. Ты охуел? Пиздец, блядь, сука. Сука, ебана затроллил, блядь, нас. Блядь, я такую речь ему вталкивал, как сука, блядь. А кума дым идет. Я подумал, что пожар, и пришел с двумя ведрами воды тушить. А там, оказывается, сидят два мента и самогонку гонят. Всё? Да, это жестко, блядь. Блядь, ты, блядь, с такой хуйней, блядь, ты нам денег, блядь, должен, нам. Теперь, сука, иди отсюда, блядь, это хуйня, братан. Бля, реально, вот, ты на анекдот.ру, что ли, блядь, сидишь какого-то, нахуй? У меня дед пиздачи расскажет. Не, ну, есть идейка одна, блядь, типа, ты знаешь, что такое комарики? Комарики? Упражнение, короче, типа, ты выпрыгиваешь и хлопаешь в ладоши вверх. Понял, ноги назад откидываю, да, когда сажусь? Не-не-не-не, просто выпрыгиваешь и с хлопком вверху. Ну, и чё? Вот, и каждый раз, когда ты выпрыгиваешь, орать эшкере. Жёстко. О, братан, во, а шо? Итак, пятнашечку, итак, пятнашечку. 15 раз давай. Эшкере! 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 Лучший брат, блядь. Прокачался, мне кажется, даже, блядь. Если бы я курить бросать. Кулачочек дал бы. Так, давай, всё, давай. Прокачался, ищи. Блядь. Не, хорош, хорош, хорош. Лучше, лучше. Во-во-во. Лежать, блядь. Просто нахуй. Не на тех нарвались гандоны, блядь. Вот так вот мы, бля, ебём тут всех, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было круто, весело, смешно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Лайк за другана с лайфа, который ради этого видео, блядь, зашел. Сам, так сказать, переборолся. Да, пиздец, блять. Переборол себя, ребят. Все, всех люблю, целую, всем удачи и пока.